Вон, говорят, сегодня день уборки тут вот. Еще делают, копают. Ну что, земля растаяла маленько? Да, здесь, да, вон там ледяная, сейчас нет. Угу. А тут у меня собаки бегали, я загородил яблони-то. Я поняла, я думала... Ну никак не тронули, ничего. Сейчас надо будет разблокировать уже. Хоть не совсем. О, добрый день. Добрый. Вот это да, работнички. Вы это, вот это не выносите, гальку эту, пусть лежит. Вон там он то может взять, а это нет, никуда ее, пусть она тут и будет. Кирпич летит. Это составляет поверхность. Ну там щепочки убрать можно. Ага, Пупков работает, Сергей. Вот оно какое дело. Здорово. О, наверное, я пойду сейчас возьму ванну, повезу. В пай надо войти как-то с вами вместе. Ну-ка, Сергей Павлович, на, походи, покомментируй по-разному. Я увезу, поставь ее. Тут идет все, смотри, там цифры идут, на не урони. Пройди здесь и до мусорного ящика, всех обойди, сестер. Руки-то не замерзли. Так, начинаем. Вот, Игнатий Тихонович. Мусор. Уборка территории сегодня, Лазарев. Вот. Вот выходит на улицу. Свалку. Здесь Михаил Петрович упирается. Тихонович выгрузил все и обратно. Я пойду туда. У Миши там. Ты иди пока тех обойди. Так. Диана с Леной метает. Лена молодец. Работает хорошо. Сергей тачку везет, я ее сейчас возил. Андрюша тут откручивает, подкручивает. Сегодня день такой, суббота.
24. Вот она как. Вот так. Уборку везде сделали, а теперь еще здесь. Сейчас молитва начинается, но благослови Господи, в трудах вот пропуск сделаем небольшой. Это Дарюшка у нас ходит. Вот так. Какие провода натягивают, как что-то. Виноград у нас тут лежит. Тут. И хотят сейчас по-другому сделать что-то тут. Трубы железные какие-то. Вот копают. Увидим тут, что будут делать. Вот так. Это у меня тут я загородил от кошек. С обратной стороны от дома. Это мое окно, где я сижу. Вот здесь вот загородка. Тут лук растет. Нет, чеснок видно. Перо. Так кажется. И загородил, чтобы кошки не залазили. А это... кормушка. Зиму кормил 60 воробьев примерно, сохранил. И где-то обычно 30 голубей чужих. Ну, вот так Игорь дает отходы. Так щедрый приходится. Полюбуйся на меня. Какие мне сапоги подарили сегодня. Я тут фраером пошел. Как одеты наши сестры все. Говорят, ничего нельзя сделать. Я не верю в это. Говорят, да ничего не делали. Вот она. Молодая пара. Дарья. Это Андрюша. Осенью была свадьба. Ждут прибыли. Электричество провели по полу. Там что-то делают. Пилить железо будут. Трубы. Это наши машины к нам приехали, вот работают. Вот они на всей стороне, какие машины. На двух женщины, сестры за рулем. Это Андрей с Дарьей. Такая машина. И прицеп. Что-то покупали газовые плиты, что ли, сегодня. Куда, не знаю. Сказать не могу. Это Надежда Дмуха. А это Елена. Вот это Еленина. Гладыщук. Машина ее. Теща Андреева. Дарьина мама. А это вот кошек прокормили. 4-5 кошек кормим. Сколько зим? Зима наступает, никому не нужны. А мы их держим в трапезной под полом. Там свет у них есть. Два раза кормят. Питание хорошее. Просто хорошее. А тут цветы будут насажены. Показать забыл. Ограда открыта. Тут бегают собаки. Обычно, как говорят, осторожно, злая собака. А у нас по-другому надписи здесь. Осторожно, во дворе большие собаки. Не знаю, как зайти, чтобы солнце не отсвечивало. Да никак. Это почта. Сергей Павлович возит тележку вон туда, где мусорный ящик. Там я сейчас возился тоже. Вот это на память останется, как было дружно. Все подмели, чисто одни шишки от елки. А ель какая огромная. Я сучок замерил вот здесь, 4,5 метра в сторону идет от нее. От березы. Батюшка, вон они голуби летят, я их кормил. Все. Трубы снимают. Она хорошая труба была. Можно было не снимать ее. Она мне помогала собирать калину. А вы ее где-нибудь...
видите, на ней же ведь... Что-нибудь все... придумаем потом. А, ну все. Нам сейчас для винограда надо. Пять человек. О, богатырь, Самсон настоящий. Пожалуйста. И вот потом как установят, видно будет. Ну, значит, так и надо. Собаку выпускать нельзя, ураган у меня один. А верного забрал Сергей. Но если я поеду куда, Сергей сразу же урагана берет на это время. Не сразу вытащишь. Все. Вот натягивает как. Андрюша, Дарюшка. Видишь, какие железные установили стояки. Два. Видимо, еще будут. Их и натягивают. Ууу, какая проволока-то. Проволока-то какая огромная. Просто. Четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре. По две. На железную. Понятно. Вот видишь, Дарья натягивает, помогает. Андрей старается. Батюшка. Что, звонили? Сейчас даже подъезжать уже. Кто? Кто? Гости?